siin on meil veel mälu pulk ja meil on siin üks petitsioon veel, kus me nõuame, et meie põhiseaduse õigused kehtivad. Символично, что именно в День защиты детей объединение «Русская школа Эстонии» исполнило данное на митинге 30 мая обещание. Финальное, разумеется, на данный момент. Точкой движения в защиту русской школы стали митинги в защиту конституционных прав в Таллине и Нарве. И в итоге организаторам удалось собрать более 30 тысяч подписей. Коробки с этими подписями в поддержку конституционного права выбора языка обучения были переданы президенту страны, правительству и Министерству образования. Все послания были приняты чиновниками весьма корректно, но без каких-либо комментариев. Что же до содержание коробок, то в них люди постарались выразить свое негативное отношение к переводу большинства предметов гимназии на эстонский язык и напомнить властям о необходимости соблюдать Конституцию. Теперь, в последующем, когда либо президент, либо министерство, либо уже правительство будет обсуждать новые ходатайства русских школ о выборе русского языка обучения, все-таки точка зрения многих тысяч жителей Эстонии будет принято во внимание. Представители, передавшие сегодня волеизъявления всех тех, кто подписался в обращениях к властям, отмечают, что пока говорить о дальнейшей борьбе за образование на русском языке рано. Впрочем, и делать какие-либо выводы и говорить о возможных результатах тоже не стоит. Однако вера в то, что наконец-то народ будет услышан, все же теплится. Вы знаете, я верю в это. Я верю в это, потому что все мы люди, у всех какие-то существуют человеческие качества, и мы должны быть в конце концов услышаны. Определенные надежды есть, и надо стараться стучаться во все двери и подводить к тому, чтобы когда-нибудь эти двери открылись. То есть, если возникнет желание, так скажем, с другой стороны открыть эту дверь, мы должны быть готовы. Впрочем, не только организаторы и председатели различных объединений верят в лучшее и в возможность быть услышанными властями. Хотя предыдущий опыт обращения к правительству от представителей различных слоев населения особого оптимизма не внушает. Екатерина Блехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.